Снова здорово, мои господа, на связи Роман, канал FreeSun Games. Мы продолжаем с вами Звездные войны Outlast. То есть будем играть опять же, да, за кого? За бандита, преступницу и вот это все. По заданиям у нас что? Надо освежить память немного, потому что это было вчера. А как я вчера-то могу что-то вспомнить? Нихера себе. Доберитесь до места давнего крушения. Вот это, кстати, да, это оно и есть. Я, по-моему, кстати, переместился, да? Да, я переместился на Джонды. Мы с Джонды, город Джанды, деревню, короче, в эту. И, соответственно, можем двигаться дальше. Поехали, помчали. Ой, это кто? Это не мои. Это не мое, я не знаю, кто это. Опять лес валунов. Да, ятрическая сила. Почему постоянно мне в лес валунов-то меня отправляют? Так, а я там проеду вообще в целом? Что, я не уверен, что я там проеду. Там, по-моему, опять вражеская территория будет, которую мы зачищали в прошлый раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, тут надо было через территорию Империи заезжать. Ёптель, по дорогам. Непривычно ездить по дорогам. По крайней мере, на спидере, да еще и в Звездных войнах. Ну, давай попробуем. Пастбище Ташара. Так, вот дорога идет. Вот дорога поворачивает. О, подожди, мне сюда, наверное, надо было. Здорово, пацан. Да ладно тебе. Он сказал, оу, фак, или что он сказал? Хе-хе-хе, обосрался, имперец. Воу, тут какие-то разборки идут. Офигеть, не встать. Подожди, а почему меня-то спалили? Я же с Империей вроде все нормально, помирился. Нет, не помирился. So this nav computer, it'll be pretty easy to find, right? Eh, you just need to get through the maze of hallways, climb through some ancient rubble, and hope the whole thing doesn't cave in on you. Oh. Easy then. Это вот это? Так, там, по-моему, кто-то сейчас будет делать кусь. Подожди, я замок открываю. Новая безделушка для техники. Отлично, я очень рад. Люблю безделушки находить. Мне же делать-то больше нечего, кроме как ходить, находить безделушки. Серьезно, какая нахер безделушка? Где мое говно мотоциклетное? А поеду становиться фаршем. Не, ну раз тут кусаются, давай мы тогда лучше объедем всю эту хрень. Мне же сюда куда-то ехать, я правильно понимаю? Hey, I think I'm at some kind of tunnel. That'll take you to the wreck. The only way through is with that speeder bomb. Бляха, еще полкилометра пилить. Ага, себе тут ветерком подгоняют. А что-то там было сказано про лабиринты. Что-то я не вижу пока лабиринта. Просто еду по туннелю. В чем лабиринтность заключается? Ага, я понял тебя. Опа. Вот здесь мне уже нравится. Есть тут чего, Никс? Либо Никс слепой, либо тут нет ни хера. Так, значит, установи энергоядро, включи ионный модуль на бластере и выстрели в конденсатор. Тогда дверь должна открыться. Ага, подожди. Нет, не туда. Куда? Ага. Зачем надо было так усложнять? Еп! Вот это хорош! У меня аж мураши побежали, прикинь, вот это я даю жару.
Блин, ну это да, это согласен, это вот уже интересно, это вот уже попахивает чем-то прям совсем, ты посмотри только на эту махинищу. Офигеть, не встать. Так, а мне куда тут? Ага. Вот эти забросы, пробросы наверх, они не всегда очевидны. Ой, сейчас что-то упадет. Я прям слышу, как оно хрипит, скрипит, пердит. Последнее это наверх. А, грёбаный левый стик, ты чё меня подставляешь? Охренеть, не встать. Аккуратненько. Ой-ой-ой. А с хера ли в моем маленьком корабле находится деталь вот с этого вот здоровенного корабля? Объясните мне, пожалуйста. I mean, a hyperdrive doesn't really need a nav computer to work, right? As long as you don't mind ending up in a black hole. Whee! Oh, great. And I'm guessing the bridge is still further in. Так, это я забрал. Да не ори мне в ухо, я пытаюсь сообразить, как, что мне куда... Ага. Так, ладно. У нас, видишь, два типа заданий. Есть паркур, а есть стелс. Стелса сейчас нет, но зато есть паркур. Так, я же взял, я же взял. Уи! Это Ник сказал или кто-то другой? Если Ник, так... Корабль огромный. Как тут понять, где вообще находится мостик? Доберитесь до мест... Да хер знает, как тут понять. Был бы он целый, я бы еще плюс-минус мог был бы предположить. Но учитывая, что он просто раз... Воу-воу-воу-воу-воу! О, халява. Забирай, забирай. This thing is falling apart around me. Why do you think we stopped scrapping it? Everyone figured it wasn't worth the risk. Except you. It's a calculated risk, Kay. And I'm good at math. Да не ссы, я все достану. Только мне, наверное, потребуется чуть больше времени, чем я рассчитывал. Мне вниз? Нет, мне не вниз. А куда мне? А. Я понял тебя. Здравствуйте. Ой, халявка. Главное пособирать всякого разного. Интересно, а падальщики какие-нибудь, вот эти вот мусорщики, джавы, да? Нихера себе джавы, кого вспомнил. Они тут уже были? Потому что если они были, то по идее они должны были забрать все самое вкусное. Я сейчас уж явно не про еду говорю. Кстати, насчет еды, надо, наверное, пойти что-нибудь пожрать. Сейчас тогда быстренько. Ага, подожди. Да не, я все понимаю. Я понимаю, что Никс мне может куда-то подсказать, зачем мне куда идти, но я и так, в принципе, понимаю пока что. Вообще, когда по кораблю ходишь, там в темноте напоминает чем-то этот Dead Space или... Да, Dead Space. Так. Стоять. И чё? Я тебя понял. Он, друг любезный. Уи! Халява забирай. Блин, как тут много всяких вкусностей. Неправда, Я уж подумал, кто-то со мной разговаривает. Нифига себе. Это реактор? Хера себе. Да это еще одна звезда смерти. Реактор. Так, ну давай запаркуримся. Уи! Главное, чтобы ничего не отвалилось, мать. Я надеюсь, ты к лету нормально похудела. Что иначе все пойдет по звездулинке.
Ага, спасибо, я понял. Сюда лучше не ходим. А я типа не прыгнул, что ли? Если она не схватила... Я когда нажал на кнопку прыжок, даже зеленым цветом, она туда долетела, но цепляться мы хуй будем, правильно? А зачем нам? Естественно. Давай пойдем разочек. А, видишь, потому что игра сломалась. Потому что она должна была скользить, а она не скользила, поэтому и цепляться она не цепляется. Я себе как-нибудь все интересно там. Нормально все. Ой, игра, ты такая кривая, пипец. Даже периодически мне кажется, что у меня жизнь и то более стабильная, чем ты. А у меня жизни такие качели, что охереть не встать. Так, поехали. И чё? Looks like the weight of the bridge is shut. Maybe if we get the reactor going. Восстановить питание реактора? Я себе-то корабль не могу отремонтировать. Ну, допустим. Леха, ну такое развалине еще реально что-то восстановить? Как же за свою голову переживаю, чтобы мне ничего не... Опа. Чтобы ничего на головешку не шлепнулось. Квадраний. А не сюда Палыч упал когда-то? Нет? Похоже. Ага. Нормально, я живой, все отлично. Walka, I need to get power to the ship somehow. I think I'm at the reactor. Hmm. That's your best bet. А он не рванет вообще? Ну, как бы состояние реактора. Ну, реактор это же распад частицы, правильно понимаю, каких-то? По идее, здесь все супер нестабильно и все супер разваливается. Если я что-то запущу, то тут, наверное, рванет все к херам, нет? Стой, ямбушка. Хотели меня на Е. Это я вас на Е. Никс, красава, молодец. Унюхал еще один квадраний. Не знаю, правда, зачем тут нужны квадрании. Но я думаю, что... Ага, с этой стороны нельзя. Но я думаю, что для чего-то они нужны, раз они тут есть. Так, ускориться, поехали. Квадрани. Ох, и придумали это название. По-любому, потому что оно квадратное. А чё тогда не квадратий? Чем квадраний? Мне квадратий больше нравится. Квадратий как Аркадий. Давай, открываем. Окей, реактор up. Now, let's see if it'll power the rest of the ship. Мне типа обратно теперь надо идти? Написано наверх 15 метров. Okay, I think we gotta climb up to the top. Как? Серьезно? А пальчики мне тут не придавят? Нет, закрывается, смотри. А это тоже будет закрываться? Да, ни хрена себе, прикинь, вот сейчас бы полез и пальчики как... И все, и нет пальчиков. Так, я пошел. Хорошо. Сохранили маникюр. Hey, I think that actually worked.
Ага. Есть мнение, что надо отсюда сваливать поскорее. Турболифт? Да я бы в этом турболифте в жизни бы не поехал. Этому кораблю 3000 лет. Он разваливается просто на ходу. Бата рисковая, конечно, баба. Взял. Взял. Ой, он на батарее, хорошо. Вака, I think I'm almost there. That's great. А, это мы еще не восстановили yeah. питание? You okay? Huh? Так, выбрать. Yeah, just fixing the trailblazer. Hurry it up, okay? Pretty old. Ну, что-то это, старые галактические деньги. А их можно обменять на новые галактические деньги? Старые мне неинтересны. Хотя некоторые старые монеты, конечно, стоят дороже, чем новые. Но, блин, я сомневаюсь, что галактические деньги вообще чего-то стоят. А это хороший корабль или добрый корабль? Ну, чей это? Imperial, допустим, нет? Я там контейнерок увидел. Так. Подожди, я тут еще не все посмотрел. Выбрать. А, это бортовой журнал. О, видал, улучшенный корпус из дюрастали. Непонятно для чего и зачем, но тем не менее. Вакаматофо. Так, теперь, наверное, можно и наверх пилить. Поехали. А-а-а. Пока не пнешь, не полетит. Ешь птица гордая, да? Но там один контейнер, я видел, он был внизу. Я его где-то пропустил. То есть его каким-то хитрожопым способом надо брать. ХЗ, правда, еще пока каким. Если получится обратно вернуться, то вернусь, посмотрю. Да цепляйся ты, шуш. Мать твою, идти налево и направо. Такс. Как я чётенько, а? Забирай. Как же она сильно хочет улететь. А не проще было вообще в целом, ну, угнать какой-то другой корабль? Или выставить первопроходца на продажу, как не битый, не крашеный, без пробега по Ташаре. Там растительным маслом его натереть и в рот компот. Нет, так не работает система. Подожди, мне тут... А зачем тут бомбы? Здесь еще что-то можно взорвать. По идее, их ставят только там, где есть враги. Мне еще что-то с кем-то перестреливаться, что ли, придется? Так, это у меня полное. Это я забрал. Блин, судя по всему, меня тут кто-то будет бить. И бить будут больно. Is something there? Еще один контейнерок. Хотя, с другой стороны, а кто тут может быть? Ну, серьезно.
can't pry this open. Открыть не получится, видимо, нужна авторизация. Сейчас как авторизуюсь. Здесь, наверное, голограмма сейчас появится, да? Так, вроде авторизовалась. Осталось достать навык. Блять, откуда? Зерек Бэш! Бля, чё ж ты не взрываешься-то? Something's not right about this, Nix. Let's grab it and go. Откуда они тут взялись? Ну да ладно. This looks like a nav computer. Вроде похож на нави компьютер. Кей, только не злись. Пойми, лишь я знаю, что нужно кораблю. Через что он прошел и починил его именно я. Убьешь меня ради корабля? Не просто корабля, а первопроходца. Зерек Бэш ищет тебя живой, но мне такой риск ни к чему. Вот это поворотец. Мне тоже. Вейл, верно? Если все дело в корабле с Лира или по станциях, то произошло большое недоразумение, да мне плевать. Ну ты хоть выслушай. Вот поворотец, да, вот это сюжетец. Никс, бежим! Так, все, текаем, хлопцы. Тихо, тихо, тихо. Вот бака, сука, конечно. Така падла, така крыса. Чтоб он сдох. А чё ты не бежишь-то? Так, куда дальше-то? Сюда, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зерек Бэш нас. Это плохо. Я знал, что мы были сейчас. Давай! Нашли нас, хреново, да, согласен. А Вейл это типа охотница за головами, да? Леха, быстрая охотница. Хватит. Не сопротивляйся. А ты еще кто, блядь, такой? Ты кто такой? Беги. Я сказал, беги. Интересно, пися пахнет. Это что такое вообще сейчас было? Так, я по съебонам. А можно фары, блять? Пораньше-то нельзя было фары включать. Пиздец. Почему все надо делать в последний момент? Не видно же ни черта. Леха, кто такой интересный-то, а? Мне такой нужен на корабле. Е-е-е, тише! Вот это нежданчик. Хотя, в принципе, что нежданчик-то? Я просто срезал тот же маршрут, по которому заехал. Очень даже жданчик. Да ёб вашу мать! Текаем, хлопцы! Так, опасно было. Him, так, отстали. Хорошо, что отстали.
Бляха, вот эти не отстали. Да срать, я хотел на пиратский лагерь. Испужался мы немножко. Ну с кем не бывает. Главное, что меня империя не преследует. Это самое главное. Просто от них, во-первых, херс... А, вот ты где. А вот тот что, нет? Откуда он вообще взялся? От империи, во-первых, хрен свалишь. Во-вторых, там еще штурмовики смерти. В-третьих, они бабки просят. А бабками я не привык делиться. Уии! Интересно, с помощью такого крутого прыжка куда вообще в целом можно запрыгнуть? Ну, просто там было сказано, что типа теперь с помощью прыжка вы можете попасть в какие-нибудь новые области, в которые вы раньше не могли добраться. Что, паркуюсь где хочу? Я хам ебаный. Так, все, я в Мирагане. Стоп. А куда мне надо было? Чуть не понял. А, на свой корабль. А, ну логично. Так, а здесь куда? Я уверен, что она скоро будет здесь. Никс, ты это слышал? Кейвес. Вот и познакомились. Ты кто? Спасти тебя было непросто, так что убивать неохота. И как тебя зовут? Джейлен Вракс. Говорят, ты пробралась в особняк Слира без вот этого. Откуда у тебя эти планы? Работа такая. Тайны, агенты, кредиты. Благодаря мне все начинает работать слаженно. Дэнк Феррик. Это ведь и правда особняк Слира. Угу. И схема хранилища с немеченными слитками без кара. На 157 миллионов. И я знаю, как туда попасть. Ага. Может, у тебя есть еще и мастер по дроидам, который заткнет стража? И то на взрывчатке, чтобы разнести хромовый замок. И не забудь, что после этого визита Слира удвоил охрану. Будь без двух... А, без двух взломщиков. Ага. Забраться? Думаешь, выбраться проще? Без помощи Ниц я бы вообще оттуда не выбралась. Тут нужен громила. Тут нужна целая команда. Все так. Но будет и половина добычи, разделить как угодно. Чего? Не работа, а самоубийство. Кей, ты и так считай мертва. Синдикатов опаснее, чем у Слира, я не знаю. А он подписал тебе приговор. Хочешь выжить? Дай отпор. Ограбь Слира и купи себе свободу. Ага, все так просто. У таких, как я, есть свои причины на то, чтобы не спорить с такими, как Слира. Например, желание выжить. Знаю. Но лично мне надоело получать лишь объедки со стола. Таких богатеньких щеголеев, как Слира. У нас есть шанс вместе сломить тирана. Ты прям терпеть его не можешь. Да, просто хочу склонить чашу весов на сторону подобных нам. Что скажешь? А, да похуй, давай сделаем. Согласна. Как я же говорил. У ND5 есть список тех, из кого соберем команду. Только не вздумай подставить меня. НД запрограммирован на то, чтобы такого не допустить. Так я его перепрограммирую. Вся галактика твоя. И ты в это веришь? Я верю в план. Если ему следовать, то никто не пострадает.
Не, ну ND5 крут, конечно, я тебе скажу. Угу. Ну, славно. Мое почтение. Хорош, хорош. А можно Никса обменять на ND5? Ты готова? Чего? Ты со мной пойдешь? Ёб твою мать. Так. Ага. Собрать. Собрать и использовать, да. Конечно. Больше выстрелов, прежде чем перегреется. Да, короче, все равно перегреется. Но улучшенная меткость не поможет. Вообще нихера. Так, а на это, конечно, не хватает. Поликарбонат, приводные модули какие-то. Хер пойми, что это такое. Так, ладно, здесь мы сделали. А, посмотри в дневнике. Что у нас посмотреть в дневнике? А, где у меня основные задания? Гиперпространство, орбита Ташары. Ага. Ну, то есть, получается, на Ташаре все? Эти два мне неизвестны, их местонахождение. Это я хз, где искать. Отказ. Ветряные туннели. Получается, реально все? То есть мы можем спокойно сваливать с планеты? Но я, правда, не хочу этого делать. Пока что. Так, что у тебя есть по улучшению? Оружие, корпус, стандартный корпус звездолета. И что это даст? Повышенная прочность. Авторемонт во время боя? Вот это хочу. Так, двигатель. Да, срать я на двигатель хотел. Скорострельные пушки. Улучшить и установить. Так, подожди, вот это у нас плазменная пушка. Это тоже плазменная. А, лазерные, плазменные. Так, давай вот это. У-у-у. Показателей урона у них никаких нет, поэтому насрать пусть будет это. Все, у меня закончилось все, да? А, вот, квадрание для чего нужен. Ну хорошо, допустим. Так, меня еще интересует на самом деле игра по-крупному. То есть надо будет тоже как-нибудь поиграть прям по-крупному. А как так получается, что мы здесь вроде как бы всем хотели поднадосрать, а в итоге... Я не понял, что мне с этой репутацией теперь делать? Ну, серьезно, то есть она мне получается вообще ни к чему? То есть что я ее портил, что я ее улучшал? Здорово, пацаны! Минус раз. Пацаны, отбивайтесь! Не, ну это подстава, конечно. Это подстава. Но я тут не при делах. Я тут не при делах. Я тут не при делах. Не надо было за мной ехать. Так, ну я же могу здесь, в принципе, ходить. У меня же отношения хорошие, то есть здесь я могу ходить. В убежище, конечно, мне, скорее всего, нельзя. Там наверняка будет какая-нибудь, типа, закрытая территория. Но кого же я буду спрашивать-то? Что ты там нашел? А где ты, Никс? All right. Где?
Я в упор этого пиздюка не вижу. Сюда, что ли? А, ну да. Нихера он там попрыгал, а я-то как? I'm trusting you here, buddy. Допустим. Next, watch the wind. It's bad up here. Я уж подумал, на воздушном шарике придется летать. Желе из черти, из червей. Прикольно. Но, наверное, это больше Никсу понравится. Хотя хер знает, что едят во вселенной Звездных войн. Опа, халява, забирай. Вот он меня завел, хер пойми куда, а потом хер пойми, как отсюда теперь выходить. А еще мне к багровому рассвету надо проникнуть так, чтобы они потом не ворчали, что я к ним на территорию попал. Хотя, с другой стороны... Да и похуй. Sorry, buddy, not right now. В смысле, прости, приятель. Не понял. Так а мы что, не взяли, что ли, что хотели? Серьезно? Ох ты ж ембалумба. Да, вот там вот 100. Так а как так получилось-то? Где прошли-то мимо? Я не понял. Бляха, Никс, а чё ты мне там сигнал не подал? Наложил бы кучу на туда, куда нам надо. Здорово, пацаны, чё как? Не, ну второй раз я туда не полезу. Потом. Тут если ходить по всем этим знакам вопроса, то мне кажется, что здесь можно вообще, в принципе, всю планету изучать без остановки. В смысле, тише, Никс. Типа прям нельзя, что ли? Так а мы же вроде друзья, коллеги. Oh, wow. Да, блядь, слезь. Точка быстрого перемещения. Ну, так значит, можно, нормально все. Но точку быстрого перемещения вряд ли можно открыть на вражеской территории. Или я чего-то не знаю. Куда ты? Я вот не знаю, мне даже с одной стороны как бы, ну, верится, что мы друзья, с другой стороны как-то и проверять этого не хочется. Так, и что дальше? Пацаны, мы друзья или... Хуем намазано. А, украсть, ёб твою мать, это я украл. Во говно. Это был Молникс? Я не знал. Nice. Бляха. Иди другое неси, говно принес. Короче, мы типа друзья, но воровать, конечно, нежелательно. О, ампула с бактой, вот это я возьму. Next, set that off. Это вообще not good, not good, not good, пацаны.
Так, все, чш. С этой стороны никто не зайдет. Так, а что там еще есть интересного? Принеси, неси. Снэч, спизди это. Фига, молодец. Но их тут достаточно большое количество. Что, что, что? Куда ты пошел? Бляха. Во говно. Бляха, вы по траве тут не ходите, пацаны, не мешайтесь. Повредить, давай. Так, допустим. Блин, мне вот это вот не нравится. Херня тут бегает. Из-за дрифта левого стика я могу очень легко попасться в какое-нибудь говно. Допустим. Так, ну их там двое. То есть, опять же, да, смотри, какая интересная система. А, я могу, получается, их вырубать без этого. Без последствий для репутации. Если они меня не спалят. Но если спалят, тогда типа репутация сразу идет по звездулинке. Опа. Хер ты меня поймаешь, понял? Так, там трава еще с той стороны есть. Можно туда, в принципе, попробовать еще зайти. Блях, опять гранату мне принес. Ничего более интересного нет? Украсть. Да хер знает, что у них там воровать уже. Там он, видишь, проблема в том, что там он нихера не один. Вот опять же здесь их стоит тоже двое. Еще и камеры есть. Так, это камера. На камеру насрать, она меня не видит. Опа. Видал, какой стелс? Ну вот, сейчас еще и этого подрублю. Тогда останутся только камеры, но на камеры мне насрать. Иди сюда, иди к папочке. Или к мамочке. Вот и все, багровый рассвет, баиньки. Так, хорошо. Теперь мы можем, по идее, по-тихому перебраться на ту сторону. А камеру как-то здесь можно отключить? Никс, а ты не хочешь мне вот это вот принести? Или... В смысле, Никс занят? Чем он занят? Пошел ты нахер, слышь, Никс. Никс занят. Где вообще этот геморройный типок? Занят он. Посмотрите на него. Во, запретная зона. Вот теперь все очевидно. С
Спокойно. Что нет? Кто где ходит? Так. Бляха, здесь их двое, но я одного начну вырубать, второй по-любому меня спалит. Да не сейчас! Быстрее ложи его нахер! Твою мать, это не дверь. Так, ну они пока не видят, я быстренько зайду. Прошел даже без палева. Офигеть, не встать. Как я так умудрился, не представляю. А ведь это еще надо каким-то образом обратно вернуться. Так, Никс. Давай проверяй, чтобы никого нахер не было. А, вот ключ-карта есть. А, это гранаты, бакты, это мне неинтересно. Ага. Бляха, там еще и дроид к тому же. А если подожди... стой. Там бочка, я вижу, вроде как с подрывом. Это же бочка с подрывом. Да, она подсвечивается. Но я не могу туда Никса направить. Да ты тихо, подожди. Бляха, я все равно не могу туда нацелиться. Так, давай подальше его отвлечем. Сам ты шуф. Я не могу нацелиться на эту бочку. Оно не нацеливается никак. Okay, так, ладно. Но они в каких-то, видишь, униформе такой мощной. Мне аж страшно туда, в принципе-то, это... Гранату, если швырну, они сразу спалят. А, это контейнер! Ёб твою мать. Смотри, у меня есть дымовая бомба, есть граната. А Никс, насколько я знаю, же у меня бессмертный, да? Прости, Никс. Ёб твою мать! Yes. Still in one piece.
Да, а почему мне ставят вот в минус? Они меня не, даже не, ну, кто узнал-то? Ну напал, кто-то напал. Откуда они знают, что это я? Почему мне репутация в минус? О, косуха новая. Объясни мне, почему мне репутация в минус? Откуда они знают, что это я? Это мог быть любой вообще, просто любой. Просто мимо бомжара какой-то шел, и все, и писося. А здесь сразу же, все, мне сразу репутацию минус. За воровство они мне приписать ничего не хотят, хотя как бы украсть написано. Украли, украли. А тут как-то напал и не оставил никаких свидетелей, так сразу я виноват. Пиздец, ну это очень нечестно. Это вообще нихера нечестно. Так, что у меня тут выгладка? Крутежка новая. Увеличивает емкость магазина в подобранном оружии. А это что такое? Ничего. Так, окей, допустим. Так, предметы, материалы. Ну, тут что-то нового есть. Ценности какие-то. Старые галактические кредиты. А, по 4. Они, кстати, дороже, чем новые. Окей. Да, смотри, нифига себе магазин. Было 3 деления, сейчас 5 делений. Так что крутежка огонь. Где тут дверь? Слева, справа будет. Ага. Так, а теперь, соответственно, мне без палева надо отсюда сдрыснуть. Ну все, багровый рассвет, до свидульки. А, нет, не до свидульки, блин, мне надо еще одну базу вашу заиметь. Gotta keep quiet, Nix. Не, мы с ним и дружим, я ж уже не на запретной зоне. Здорово, пацаны. Мне же можно ведь к ним заходить, это в запретную зону нельзя заходить. Я не на запретной зоне, соответственно, я могу здесь находиться, я правильно понимаю? Let's get out of here. Вот, теперь я вообще даже не на их территории, так что идете вы нахер. Так, осталось еще какое хранилище? Ташара... Ключ, карта находится в секторе Багрового Рассвета на станции Ренпалли. В терминале поблизости можно узнать о местонахождении всех 3 ключ-карт. Так я знаю. А, ну все, получается, это мне в космос надо пилить. Да, а почему быстрое перемещение недоступно? Не, почему? Почему быстрое перемещение это недоступно? Я сейчас не понял. Странно. Очень странно. Может, то, что мне надо к кораблю сначала? Ну, давай попробуем. Я-то, в принципе, не против. То есть мы сейчас быстренько прыгнем к кораблику. Ну, вряд ли, чтобы... Хотя хер его знает. Верстак. Есть что-то новое у меня? Нет. Писяльно. Здорово, брат, твори добро. Обозначишь мне эти правила, как мы будем взаимодействовать?
Не предавай Джей и Лена, и я тебя не убью. То есть ты моя нянька. Называй как хочешь. Пока Слира хочет твоей смерти, тебе нужна защита. А чего Слира так взъелся на меня? Подумаешь, корабль увела. У него же целый синдикат есть. Ты вломилась в его особняк, обчистила хранилище и украла корабль. За такое он хочет стереть порошок и тебя, и твоего заказчика. Но если я буду рядом, ты, скорее всего, протянешь достаточно долго, чтобы выполнить работу. Ясно. Но тогда ты это... Не мешайся под ногами, ладно? А теперь пора отчаливать. Хорошо. Скажи, как будешь готова, Кейвес. Ты бы пшёл-ка ты... Второй пилот, что ли, нашелся тут? Давай мы тогда здесь закончим. Продолжим в следующий раз. Ты пока подписывайся на YouTube, на Дзен, на ВК, на Рутуб, на Телегу. Ставь лайк, пиши комментарий. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.